В поисках передовых идей и проектов более 600 учителей, воспитателей и руководителей образовательных организаций собрались из разных уголков округа на традиционную педагогическую конференцию. Ежегодно это событие позволяет делиться опытом с коллегами, выносить на обсуждение самые актуальные вопросы. С приветственным адресом от губернатора округа к учителям обратилась руководитель департамента образования, культуры и спорта Галина Медведева. Педагогическая конференция 2015 года – это праздник вдвойне. Система окружного образования перешагнула 85-летний юбилейный рубеж. Это повод оглянуться назад, оценить тот огромный скачок, который совершило образование округа за небольшой по историческим меркам временной период, и отметить, что потенциал наших современных педагогических коллективов далеко не исчерпан. Оглянуться назад, оценить огромный скачок, который совершило образование округа за 85 лет, помог фильм телеканала «Север», подготовленный совместно с департаментом образования. Лучшим из лучших вручили звание «Почетный работник системы образования», наградили грамотами. Светлану Коротких на этой педагогической конференции ждал приятный сюрприз. Ее отметили почетной грамотой Министерства образования и науки. Если честно, это было сюрпризом. Было сюрпризом, приятным. Вот, и я очень благодарна своему коллективу, директору нашего колледжа Галине Алексеевне Назаровой за то, что они так высоко оценили мой труд. Да, это мое. Я действительно не зря выбрала и очень люблю свою работу. С каким настроением вступаете в новый учебный год? Как всегда, с боевым. С боевым настроением вступает в новый учебный год и директор Усть-Карской школы Марина Хатанзейская. Если у меня есть возможность, значит, я должна это делать. И еще, чем больше проблем, тем хочется пробить эти проблемы, решить эти проблемы. Решить основные образовательные задачи – это главная цель педагогической конференции. Руководители образовательных организаций и педагоги в рамках августовской встречи обсудили вопросы повышения качества образования, реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, повышения качества изучения русского языка и литературы в современной школе. Также состоялись педагогические чтения по тематическим секциям. Прошла работа круглого стола по внедрению профессиональных стандартов в сфере образования. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».